Друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы с вами затронем одну очень важную для яхтинга тему. Это связь. И я расскажу, как пользоваться сотовой связью в океане, какие системы работают, что предлагают, за какие деньги. И покажу, как качается, например, погодный файл. Я уже хочу сказать сразу, если вы рассчитываете, что вы будете находиться постоянно на яхте и у вас будет постоянно работать интернет, добро пожаловать в начало 20 века, потому что никаких нормальных систем на данный момент в мире не существует. Максимум, который вы можете получить, это начало 90-х годов, если кто-то помнит, Dial-up 2400, телефон через обычную телефонную линию звонит, дозванивается и получает сумасшедшую скорость. Первая система, о которой мы будем вам рассказывать, называется Silent Wind. Это Wi-Fi бустер. Что он делает? Представьте себе, вы на лодке подходите, вот как мы сейчас стоим в Килифе. Мы подходим в яхт-клуб, и нам нужно понять, куда нам подключаться. Короче, эта система подключается к берегу. Если вы на берегу увидели какое-то кафе, ресторан, нужно выйти на берег, взять пароль, прийти на лодку, вбить в систему. Все, вы на связи. Если вы используете какие-то другие системы, телефон, вы можете подключить эту систему к GSM, к берегу, к каким-то системам, которые его раздают, где угодно. Скажу так, что этой системой мы пользуемся действительно много. То есть это та инвестиция, которая действительно имеет смысл. Стоимость данной системы, если не ошибаюсь, в районе 350 евро, где-то вот такая. Могу ошибаться, Silent Wind. Проверьте в интернете, может сейчас уже появилось что-то более прогрессивное, не знаю. Это сам роутер, который раздает Wi-Fi именно для MushuWeb. То есть это настроенный Wi-Fi бустер, усилитель. И вот мы видим кабель. Вот он выходит. И сейчас я покажу, где он находится у нас. Это внешняя антенна Wi-Fi бустера. Идем. Вот и сама антенна. Итак, как мы подключаемся к бортовой сети, к Wi-Fi бустеру? Забиваем IP 192.168.11.1 и попадаем сразу автоматически вот в такую админку. Ну, у меня уже пароли забиты, естественно, поэтому оно сюда так попадает. Далее, Advanced. Profile Setting. Можно подключиться к Килифи Yacht Club, можно подключиться к Huawei. Это то, что раздает 3G сигнал. То есть это обычная сим-карточка, которая у нас безлимитная, и лодка к ней подключена. Ну, давайте к ней подключимся. Вот она уже у нас прописана, забит пароль. Говорим Add, если это новая сеть, либо Activate, если это уже существующая сеть. Теперь немножечко ожидаем. Вот мы подключились. Здесь видно статус. Вот написано Connected. И идут все IP прописанные сети. И, допустим, мощность сигнала. Вот 54 дБ. Это мощный. Ну и link quality 94 из 94. Потому что мы, естественно, находимся прямо под ним. Ну и теперь давайте проверим. Капитан Герман. Вуаля, открывается, работает. А следующая система, о которой мы будем рассказывать, называется Hubbox. Это GSM LTE модуль, можно сказать, усилитель, потому что туда вставляется сим-карточка. И вся система подключается к локальному оператору, но ее преимущество является в том, что внешняя антенна, которая усиливает сигнал достаточно сильно, и вы можете его ловить, даже находясь на расстоянии 20 миль от берега. То есть это очень круто. Далее предлагаю подключиться к сети Huawei. То есть вот мы ее выбрали. Это напрямую подключаемся мы к оператору, который раздает, ну то есть обычный GSM. И набираем 192.168.1.1. Попадаем в админку. Что у нас здесь есть? Вот статус, который у нас сейчас находится, количество гигабайт принятых, полученных,
вот LAN – это Ethernet, которые в нем торчат, ну и, естественно, антенна 1, антенна 2, статус external, то есть работает внешняя антенна. Продукт information, что мы можем посмотреть, здесь вот идут все номера. Ну, это все не важно. То есть, что можно конфигурировать? Можно конфигурировать APN, можно просто настройки сети. Идем дальше. Если мы подключаемся по кабелю, вот IP-шник, Wi-Fi, мы можем раздавать Wi-Fi, то есть, вот, видно, он листается. То есть, ну, у меня такая сеть стоит, как она называлась, то есть, я ее даже не переименовал, потому что мы технически редко пользуемся, мы пользуемся нашей MushuWeb. Я только что вам показывал, как она подключается. Security, вот вы можете посмотреть, там, фаерволы, MAC-фильтринг, там много всего есть. Сервисы, это все, что связано с работой GSM, то есть, можно, вот, допустим, отправить смс-ку, вот они здесь приходят, смс-ки на этот номер, ну и дальше voice IP, мы им никогда не пользовались, и собственно сама система, можно там настроить даты, пароли, ну вот, вот такая система, этот Huawei, как выглядит сам непосредственно. Если у вас есть карточка, например, какого-то европейского оператора, и вы находитесь в Средиземке, то роуминга, напоминаю, что в Средиземке нету между странами Евросоюза. Поэтому, покупая карточку во Франции с определенным тарифным пакетом, вы будете получать все услуги, куда бы вы ни зашли. В Германию, там, во Францию, в Испанию, куда угодно. Поэтому это очень удобно. Один раз раскрутил 8 болтиков, я уже показывал саму коробку. Так вот, чтобы дойти туда, куда вставляется сим-карточка, нужно открутить 8 болтов. Если вы много путешествуете и перешли, опять откручивать и вставлять карточку, это муторно. Но есть преимущество, система герметична, то есть она полностью закрыта, и она не ржавеет, не окисляется, ничего с ней не происходит. Но тем не менее, 8 болтов надо открутить, карточку запихнуть, 8 болтов закрутить. То есть это не самая удобная система, конечно, но... как бы, что есть, то есть. Еще было бы прикольно, если эти системы объединены в одну. То есть, есть, я видел, продаются системы, которые Wi-Fi Booster и GSM усилитель находятся в одном модуле. К сожалению, тогда, когда я покупал, я этой системы не нашел. Стоимость ее была порядка 800 евро, но это реально имеет смысл. Потому что, если учесть стоимость этого хабокса, там, долларов 500 плюс 350 евро Silent Wind, который я вам показывал, то оно плюс-минус то на то и выходит. Поэтому я бы искал систему, которая в себе объединяет усилитель и GSM-усилитель. Итак, друзья, с наземными системами связи мы уже с вами только что разобрались. Давайте теперь посмотрим, как работает спутниковая связь. И выкачаем файл. Мы уже это делали на одном из видео. Но, тем не менее, мы попробуем это сделать, чтобы это было наглядно со всеми деталями. Итак, давайте сейчас рассмотрим выкачку GRIP файла на примере Turai. Итак, поехали. Как мы качаем прогноз погоды? Мы идем вот в такую программу, которая называется Predict Wind. В Predict Wind нам нужно обозначить территорию, локацию, которую мы хотим скачать. Она у нас сейчас уже здесь выбрана, но мы можем ее там немножечко подвинуть. Там, вот вы видите, двигается. Далее, Download. В Download мы выбираем, что мы хотим. Здесь идут все модели. Мы можем выбрать, допустим, PVG. И здесь выбираем, на сколько дней, какое разрешение и какие данные нам нужно получить. То есть далее, Next. И мы можем выбрать еще этот GMDSS формат. Это просто будет прогноз погоды по региону общий. Ну, мы его отключаем, он нам не нужен. Говорим Next. И здесь мы можем выбрать, через что качать. Через Web, через Iridium Go, Optimizer, Global Star или e-mail. По e-mail все очень просто. Мы делаем Save Request. Его кладем на десктоп. Вот есть offshore@predictwind.com и на него отправляем. Ну, в данном случае мы сейчас его будем получать через веб-интерфейс. Говорим download all. Прогноз погоды у нас выкачан. Мы это закрываем. Идем в offshore data. И здесь появляется наш файл, который мы скачали за промежуток. Вот мы можем здесь полистать. И будет видно, как меняется это направление волн.
Вот мы можем выбрать ветер, и здесь будет у нас показано направление ветра. Вот его можно там подвигать, посмотреть, что будет там в разное время. Вот, собственно, то, что получается у нас в результате. Вот, теперь я покажу, как это все мы можем выкачать только через спутниковый телефон. Далее у нас есть вот такая штука. Это то, что, собственно, раздает Wi-Fi, и с помощью вот этого устройства мы можем говорить, то есть оно, как вы видите, достаточно немаленькое. Оно разбирается, то есть можно снять крышку. Вот, здесь будет кнопка SOS. Ну, а здесь, соответственно, батарейка и карточка. То есть, вот вы видите карточку, карточки операторов Турая. Вот. Идем дальше. Что мы делаем? Мы включаем мобильный телефон. Не так. Мы запускаем эту штуку. Вот кнопка включения. Открываем антенну. И ставим. Оно сейчас поймает спутник. В данном случае оно будет работать. Далее мы идем в Bluetooth. И подключаем Турая. Выбираем Турая. Что у нас здесь? Не видно, да? Что у нас здесь есть? То есть мы можем звонить. Мы можем... У нас есть контакты. Мы можем отправлять сообщения. И в настройках мы включаем сателлит данные. Когда у нас включаются сателлит данные, у нас есть название нашей сети. Какое-то время оно немножечко займет. Вот здесь в углу показано, как работает, собственно, сама сеть. Далее мы идем в настройки, подключаем компьютер к данной сети. Так, телефон не нужен, и у нас включается такая программа, как Little Snitch. То есть, что умеет Little Snitch? Разрешает либо запрещает коннекшены. Чтобы компьютер не жрал у нас сеть, у меня настроено так, что при подключении к этой сети у нас меняется на профайл All Deny Insat. То есть все запрещено в режиме спутника. А далее мы просто делаем такую же историю, говорим download и скачиваем просто через веб. Если у нас есть Iridium Go, выбираем Iridium Go. Оптимайзер — это Inmarsat, Global Star. Но через e-mail нажимаем download all и получаем этот же grip файл только через спутниковый интернет. Вот такая вот история. То есть получить такой спутник стоит, такой grip файл через спутник будет стоить, ну, наверное, там $1.5-$2, что в принципе является нормой. Для того, чтобы нам понять IP-адрес нашего устройства, на которое мы будем отправлять grip файл, мы идем в меню, в основное меню навигационной, ну, чартплоттера, settings, network, и нажимаем info. Высвечивается IP-адрес 192.168.0.12. Это IP данного чартплоттера в сети. Мы можем отправить на абсолютно любой. Нам нужно будет просто определить, какой IP-адрес у другого устройства, на него grip-файл прислать. Все, мы запомнили. 12. В компьютере набираем наш IP-адрес. Дальше выбираем upload grip-файл. Загружаем grip-файл. Нажимаем submit. Все, идем на чартплоттер. Нажимаем yes. Вуаля, готово. Далее, для того, чтобы grip файл появился, мы нажимаем меню, overlay и выставляем grip weather. Все. И хочу вам еще напомнить, что у нас есть блог capitangerman.com. И на этом блоге мы уже рассматривали спутниковые системы связи. И непосредственно этот материал, который мы сейчас с вами сделали, может быть, вам нужно будет больше информации, которая будет наглядна, как user manual. Это все есть в тексте. capitangerman.com. Можете зайти и просто себе скачать, сохранить, там PDF распечатать, я не знаю. Ну что, вы уже увидели, какой отстой творится в современном мире?
Оставайтесь с нами, и мы вам дальше будем рассказывать, как оно быть яхтсменом. Пока!